Tamam, süper. Кеше сауықып отыр ма не? Әйтпесе сабақты қыздарға оқимын ғой.
Здравствуйте, уважаемые студенты. Лекция номер 10. Термические и химические повреждения, болезни костей и болезни кожи животных. Цель лекции – изучить виды термических ожогов у животных, болезни костей, также болезни у животных. Так, план причины воспаления кожи животных и болезни костей. Но сначала мы на лекции рассмотрим болезни костей. Сустав – это подвижное соединение двух и более костей, между которыми находится пространство, которое заполнено суставной жидкостью. Классификация видов суставов по типу соединения различает простые виды суставов и сложные. Простых принимает участие более двух костей, только две кости, а в сложных принимает участие более двух костей. Так, по характеру движения одноосный и многоосный. По типу движения подвижный и тугоподвижный. Методы диагностики болезней суставов. Первое – это проводка животного с разной скоростью, чтобы определить, в какой области суставов у животного есть болезненное ощущение. Второе – это пальпация, которой проверяются пассивные и активные движения в суставах, их болезненность, также костная крепитация, отек и температура в области воспаления. Следующий вид диагностики – это рентгенологическое исследование. Четвертое – это пункция сустава и исследование синовиальной жидкости. Пятое – артроскопия суставов. Шестое – гематологические и серологические исследования. Чтобы визуально определить болезни, степень болезни сустава животных, сначала осматривают визуально, а затем уже идут медицинское вмешательство, так как, чтобы выяснить более и поставить более уточенный диагноз для животного. Хирургические патологии, для диагностики которых применяется артроскопия. Это плечевой сустав, рассекающий артрит, отлом акромиона лопатки, артроз. Также при локтевом суставе могут быть хирургические патологии. Это фрагментация латерального и медиального венечных отростков, клювовидного отростка. В области тазобедренного сустава это артроз и дисплазия. В коленном суставе можно выявить патологию артроза, разрывы, травмы и травмы мениска. Классификация болезней сустава по исследованию профессора Шакалова. Первое – это раны суставов могут быть открытыми повреждениями, а закрытые травматические повреждения к ним относятся ушибы, растяжения, вывихи, фиброзиты и контрактуры. Воспаление суставов – это артриты.
Специфические артриты бывают разновидности острые и хронические. Хронические без экструдативной артрозы и остеоартрозы и дисплазии сустава. То есть классификацию болезни можно подразделять на эти 6 подгруппы, которые отмечены по исследованиям профессора Шакалова. Так, первое. Это раны суставов. По этиологии они бывают колотые, резанные, огнестрельные, колото-ушибленные и смешанные. А по патогенезу асептические и гнойные. Лечением свежие раны уживают, удаляя инородные предметы. В полость сустава вводят антибиотики. При гнойных ранах дренируют полость сустава и промывают раствором диоксидина 0,5 и 1% раствором диоксидина. Также сустав иммобилизируют. Если раны сустава имеют колотые, резанные раны, то раны ушивают и удаляют инородные предметы. Затем вводят антибиотики, чтобы предотвратить микробиологическое загрязнение самой раны, чтобы не было дальнейшего воспалительного процесса. Так, следующее. Закрытые травматические асептические болезни сустава. К ним относятся ушиб сустава, растяжение сустава, вывих, подвиг сустава, параартикулярный фиброзит и контрактура сустава. Растяжение сустава – это кратковременное чрезмерное смещение костей с частичным разрывом капсулы сустава и его связи. А вывих сустава – это повреждение сустава, которая сопровождается стойким смещением между собой костей. Также здесь могут быть разрывы капсулы сустава и связок, которые сопровождаются гемоартрозом. Воспаление суставов, артриты. По течению болезни они бывают острыми, хроническими, локальными и системными. А по характеру экстудата асептические, гнойные и гнилостные. Асептический экстудат это по характеру экстудата асептический, гнойный и гнилостный. То есть это первичное состояние воспаления сустава, то есть вид первичного гнойного состава, из каких жидкостей оно состоит, или гнойно, или асептическое, то есть серозное, серозно-фибринозное, фибринозное. Если гнойное воспаление, то здесь уже идет более глубокое лечение, также применение антибиотиков, так как гнойное воспаление далее уже может через кровь попасть в другие органы. Асептический моноартрит – это травматического происхождения, протекает с явлениями синовита, экструдативными процессами, которые вовлекаются только один сустав. Здесь на рисунке показан макропрепарат сустава при артрите сустав, синовиальная жидкость, суставная сумка выглядит таким образом. Здесь экструдат вид гнойный,
можно определить, что уже идет воспалительный процесс. Гнойное воспаление сустава, значит, гнойный артрит, различает гнойный и гнилостный. Гнойные артриты возникают при попадании микробов, стафилококков, стрептококков и кишечной палочки, а гнилостные артриты возникают при некровоспалении и инфекции. То есть, если в составе эксудата различают эти микроорганизмы. Видовые особенности гнойного артрита. У телят это может возникнуть E. coli и стрептококка. Крупного рогатого скота может возникнуть от микоплазмы, а у свиней развитие гнойного артрита сопровождается наличием бактерий сальмонеллы в воспалительном месте, на воспалительном органе. То есть в суставах развивается микробиальный процесс, который присутствие этих микробов сопровождается гнойным артритом. Здравствуйте, друзья. С вами Вячеслав Самосюк. В сегодняшнем видео мы будем лечить ребенка с диагнозом гнойный артрит левого, значит, запястного сустава. Вот, болеет он давно, уже около 2 недель. Консервативное лечение эффекта не дало. Вот, начал, значит, воспалительный гнойный процесс, начал уже выше и выше идти. Значит, антибиотики не помогали, ничего не помогало. Промывать его, чистить, удалять. Вот, затем заложен дренажи с 10% раствором натрия хлорида. Вот эти дренажи будут каждые 3 дня менять, вот, лечить как нужно. Использовать уже другой антибиотик, буду я процефен использовать, это значит антибиотик противовоспалительного ряда, плюс в его состав еще входит нестероидное противовоспалительное средство гетопрофен. Итак, друзья, вот такая вот у нас ножка, опухшая. Мы ее будем скрывать, чищать, промывать, удалять гной и ставить дренажи. Вот, саму съемку операции не удастся снимать, но я буду снимать определенные моменты, чтобы было понятно, что и как я сделал. Значит, сейчас мы его будем погружать в наркоз. И дальше буду рассказывать. Итак, пациент наш под наркозом. Вот, можете посмотреть, какие у него поражения. Вот, будем открывать, промывать, прочищать. Вот, вот, друзья, закончилась операция. Я вычистил весь гной, вымыл раствором и волем полости, иссек мертвую ткань, удалил их. Вот, и заложил дренажи, пропитанные 10% натрия хлорида.
лечение клювного артрита у тебя. То есть здесь уже операционным методом лечили данное животное, так как уже воспалительный процесс, да, и уже развился, то есть область воспаления уже увеличилась, поэтому пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству. Далее, стадии развития гнойного артрита. Это первая стадия, контаминация. Затем идет гнойный синовит, капсулярная флегмона, параартикулярная флегмона и гнойный остеоартрит. То есть у теленка уже был гнойный остеоартрит, а он последняя стадия, так как ветеринарный врач сказал, что теленок болит уже более 2 недель, то есть уже срочно нужно было операционное вмешательство, так как гной развивается далее и может произойти абсцесс. Так, следующее. Это показано более наглядно на примере лошади, деформирующий артрит нижних конечности, здесь показано. И хронический деформирующий остеоартрит торсального сустава, где когда кость по механическим свойствам меняется и идет воспаление. То есть здесь идет микробное воспаление, это структура кости и минеральный состав кости меняется, разрушается, то есть это идет такое. Приветствую, с вами Вадим Пенко, и сегодня у нас такая патология у нечеля. Воспаление, гнойное воспаление. Гнойное воспаление, путого сустава, да видите, он отечный, увеличен размера, кожа бессинюшная. Здесь у нас имеется место прорыва, да, иголка, где иголка уходит, там полость образовалась, слоем, да, слоем удалили. Сейчас проведем циркулярную новокаиновую блокаду, раствор 0,5% новокаина с пенициллином, с цитрамицином, вот, уходим. И далее внутримышечно ведем антибиотик микоспектин, да, энкомицин и спектиномицин, а также витамины полиховид и делаем компресс спирта. Пробывание сустава раствором бетонных. Видите, вымывается кусочки гноя. Да. Биток 1000.
мазь не кром. Спиртовый компресс. Следующее заболевание – это артроз, хронический невоспалительный процесс сустава, который сопровождается дегенеративно-патриотическими и регенеративно-репаративными явлениями суставных веществ, также суставных концов кости и других элементов сустава. Заболевание наблюдают у быков-производителей, коров, лошадей, свиней. Обычно артрозом поражается несколько суставов, чаще страдают запрещенные вены, лишние запястья и коленные суставы. Этиология болезни – это у продуктивных животных. В большинстве случаев артрозы развиваются в результате нарушения обмена веществ, то есть в организме нарушаются минеральные, витамины, белковые и углеводные обменные процессы. Это может сопровождаться при неправильном кормлении и содержании животных, особенно при отсутствии мациона, недостаточности в ультрафиолетовом облучении, то есть солнечной радиации. А у лошадей в развитии артроза определенную роль играет переобременение суставных костей и неправильной постановки конечности, также нарушение питания суставного костя. Артроз возникает при чрезмерном раздуе высокопродуктивных коров, а у быков-производителей он появляется из-за перенапряжения суставов, присадках для взятия спермы, недостаточной мациона и сбалансированной кормления. Таким образом, артроз – это невоспалительный процесс, который может возникнуть из-за сбоя в организме животного обменных клеток. Участвующие в соревнованиях часто подвергаются повышенным нагрузкам и травмам, что в свою очередь является распространенной причиной развития остеоартроза, а впоследствии это хромота и долгий период восстановления. В таких случаях быструю помощь и длительный эффект обеспечат внутрисуставное введение вископротеза синовиальной жидкости Нолтрекс. Нолтрекс в кратчайшие сроки возвращает свободу движения и может, как прежде, готовы участвовать в соревнованиях. Свобода движения с Нолтрекс. Прогноз в начальной стадии болезни. Болезнь сомнительна, а в запущенных случаях неблагоприятна. Лечение. При лечении необходимо выяснить причину заболевания, если оно связано с нарушением обмена веществ. Принимает меры по организации полноценного и сбалансированного кормления, то есть рацион обогащает достаточным количеством минеральных веществ, витаминов и углеводами, а на пораженные суставы назначает парафиновые аппликации, применяет раздражающие элементы и компрессы с ромидазой. Профилактика заболевания артроза. В первую очередь нужно следить за рациональным кормлением животных и сбалансированностью рациона по основным питательным веществам, минеральным элементам, витаминам. А в зимнее время обеспечивать животных достаточными прогулками, назначая периодическое облучение их ультрафиолетовым лучением для обеспечения прочной и эластичной опоры конечностей у быков-производителей, ставит их на фиксацию станком определенным, а полностью устилает ковром из толстой рифленой эластичной резины. Также здесь устанавливают специальный щит прав с уклоном в сторону станка. То есть артроз у животных могут возникнуть при различных ситуациях,
если рассмотреть, то обязательно нужно уделить внимание рациональному составлению кормления, рациона должен быть сбалансированным. А у лошадей при каких-либо спортивных соревнованиях могут быть эти травмы и вывод суставов. А у быков-производителей при сборе спермы, так как в фермерских хозяйствах используют искусственное осеменение, поэтому делают забор спермы для хранения и дальнейшего использования для коров других также предприятий. Поэтому при неправильной фиксации, при заборе спермы, могут привести к артрозам, заболеваниям конечностей. Специфические артриты, это острые и хронические. Первое, это астматические полиартриты ревматоидного характера, которые в результате воздействия на сустав иммунокомплексов, образованных лягом с антигенами, возникает при десенсибилизации организма стрептококковой инфекции. При этом фабрикация всей крупной суставы, то есть одновременно заболевания других тоже суставов из-за присутствия в организме стрептококковой инфекции могут возникнуть полиартриты. Также следующий вид артрита – бруцеллезный полиартрит. Это воспаление нескольких суставов, которые проводят, чтобы выявить серологические исследования. То есть делают забор крови и на местах воспаления забор экссудатов, который в дальнейшем исследуется. При этом заболевание разрешается использованием противовоспалительных гелей и антисептиков. После проведения данных процедур, например, если возникают эти заболевания у животных, которые могут воспаляться также мягкие ткани в имени коров, назначают лечение. Также на рисунке показаны остеоартрозы суставов лошадей, где уже идет разрушение самых состава кости, и артроз коленного сустава у крупного рогатого скота, где область мягких тканей заражен микробиологическими стрептококковыми инфекциями. Так, следующий раздел – это у нас болезни кожи животных, которые могут возникнуть у животных. Виды болезни кожи – это дерматит, экзема, абсцесс. Также этиология этих болезней могут возникнуть из-за экзогенных факторов, которые имеют следующее значение. То есть механические факторы, к ним относятся трение, расчесы, воздействие паразитов на кожную поверхность кожных покровов, микробные и другие загрязнения кожи, которые нарушающие нарушают функцию кожи, то есть естественное дренирование его, то есть нарушают функции потовоксальных желез, которые находятся на поверхности кожи. Третье – это химические факторы. И далее одним из факторов – лучевые термические. То есть эти болезни кожи могут возникнуть в процессе перегревания и переохлаждения организма животного.
эндогенные факторы, к ним относятся ангиовегетативные неврозы, функциональные нарушения щитовидной железы яичников, также могут отражаться на поверхности кожного покрова каким-либо дерматитом или экземой. Авитаминоз в организме, гастрит, нефрит, гепатиты, гепатохолестит, поносы или запоры также могут проявляться на кожной поверхности у животных какие-либо болезнями. К первичным элементам кожных цепи относятся пятна, волдырь, пузырь, пузырек, гнойничок, узелок, бугорок и узел. То есть по этим первичным элементам можно обнаружить и оценить данное заболевание кожного характера или иного. То есть какие-либо пятна на поверхности кожи другого цвета, или волдыри в очагах этих кожных области. Гнойные болячки могут появляться на кожных поверхностях. Или узелки, которые могут выявляться при пальпации, например, молочной железы. Также можно найти узелки, которые могут последствия болезни кожи у животных. И бугорки, узелки говорят о том, что есть уже у животного какие-то признаки кожного заболевания. Так, вторую пару лекций мы продолжим в 16:20, так как осталась уже одна минута для окончания этой пары. Так, присутствует 35 студентов.